Ребят, сейчас я вам покажу вообще какой-то трэш у нас, блин, с электрикой на мостике, ну, в плане освещения. Сейчас ходим с капитаном, разбираемся, это половина. Еще в том контракте они как более-менее работали, включались, но логика вообще полностью отсутствует. Допустим, здесь, да, нормально, включил я свет, все, горит, да, пошел на другую сторону. Включил тоже, да? Ну понятно, отключатели с той стороны, чтобы для удобства. Дальше, вот эти выключатели. Они не работают. Регулятор никак вообще не реагирует. Ни при каких раскладах. Дальше, тут еще включатель. И самое-то, что интересное, это все работало буквально, да, недавно. Здесь у нас тоже еще кнопка. Сейчас уже не работает. Вот 5 минут назад тут при определенном алгоритме включения, блядь, этих включателей, регуляторов, тогда начинает работать. Вот, заработал, да? Зарегулировалось. Хорошо. Ладно. Дальше. Тут еще включатель. Не работает. Здесь у нас нажимаем, не регулятор, ну вот свет там гасит, все, регулятор не работает, ничего не меняется совершенно. Здесь работает, ладно. Ну вот в этом так вообще логика, конечно, не очень хорошая. Нажимаю, когда знаешь, что ты будешь как бы не путаться, можешь не путаться, загорелся, да? Еще вверх погасла вот это, да? Погасла та, загорелась вот такая вот красная лампа. Теперь, чтобы вернуться нам к белой, то есть ты ушел, забыл, приходишь, включаешь. Там можешь нажать либо это, ты же не знаешь, какой же надо. Включаешь это, выключаешь как бы, да, включается белый. Потом, вот все, гасишь. Потом опять приходишь снова, тебе нужен белый. Включаешь. Ничего не происходит, ничего не горит. Включаешь этот, загорается красный. Так, блядь, мне же нужен уже белый. Как включить белый-то? Блядь, ищешь, как включаешь, опять выключил. Да что ж такое-то? Включаешь. О, наконец-то. Все, загорелось. Короче, вот такая вот система. Вот еще один выключатель. Тоже не работает. Вот, кстати, может, вентиляторы еще. Но факт в том, что здесь так все запутано. Ни на одном судне я не встречал, чтобы была такая проблема. Реально. Просто тупо с освещением в настройке. Вот эти лампы включались еще не так давно. Сейчас они не включаются. Вот эта лампа, понятно. Вот у нее включатель перегорела сама. Но остальное должно работать. В чем причина, ребята, в чем причина? Куда столько выключателей? На мостике, на таком маленьком. Здесь еще у нас. Вот здесь все нормально, логично. Работает. Короче, вот такие дела. Головоломка какая-то.